победа не у тех, у кого сила, оружие, деньги, кого а у кого правда. Да. Кого правда тоже. Кого правда тоже. Да. Вот. Ну, конечно. Это ведь так, действительно. А что Менделеев говорил? Образование, бесправильное воспитание, это меч в руках сумасшедшего. Ну вот да. Сейчас академик Хаббитс умер. Говорит, Россию превратили в страну дураков. Ну везде, да. Весь интернет, да? Соловьев по всем программам. Наша школа культирует моральных уродов. А это ну, бьет да. Насилой, кошку мучает, в интернете выкладывает. Ну да, да, да. Поэтому надо против этих веществ работать. А что такое счастье, понимаете? Ну это просто делать то, что тебе нравится. Вот древние все, греки да. Говорили, что поэты, писатели, философы не понимают значения слов, которые употребляют. Сейчас весь мир ни одного слова не понимает. Все энциклопедии надо выбрасывать. Ну, что ну, такое да. Свобода? Что такое красота? Ну да. Свобода добра должна быть, а не для зла, да? Ну да, конечно. Ну. И вот сейчас идет мощная пропаганда лжи во всем мире, да, американцы там, а пропаганды правды нет. И достаточно ну, объяснить да. 5 фраз из Евангелия, 3 из Корана, Америка разваливается. Ну да. Мы же все время информационную войну проигрываем. Так, давайте, Слав, вставай.